На два дня, 17 и 18 мая, Глуск превратился в культурную столицу Могилевской области. Здесь прошел первый открытый региональный фестиваль-конкурс детского искусства имени Валерия Кирилловича Иванова, народного артиста Республики Беларусь. Что может быть трогательнее и милее, чем выступление ребенком? А если на сцене целые созвездия юных артистов, то и радости в разы больше. Именно такое настроение царило в Глузке на протяжении двух фестивальных дней. Я искренне от всего сердца поздравляю вас с открытием. Я желаю всем участникам, которые сегодня будут, проникнуться вот той любовью к родной земле, которая всегда была в творчестве Валерия Иванова. Желаю всем успеха, желаю всем хорошего настроения, желаю всем прикоснуться к высокому искусству. Марафон инструментального, вокального, народного и танцевального искусства по праву можно считать своеобразной олимпиадой талантов. Достойные адепты творчества Валерия Иванова. Преемственные поколения меня очень радуют. Очень хорошие звездочки растут на этом фестивале. Мне хотелось бы пожелать успехов и чтобы это продолжение имело место. Форум собрал полный зал почитателей и друзей народного артиста. Тех, кто был всегда рядом, помнит, любит и ценит его творчество. Даже если кто-то не приехал, все равно мысленно эти люди находились с нами. Очень много поздравлений, пожеланий, слов поддержки мы получили от папиных друзей. А у папиных папы очень-очень много друзей. И это приятно ощущать и чувствовать. Жюри, в состав которого вошли ведущие деятели культуры и искусства страны, оценивали не только уровень исполнительства участников, но и степень сложности концертной программы, оригинальность и артистизм. Я рада, что город Глуск, наряду с серьезными знаковыми явлениями, характерными для этого региона, приобретает новый бренд. И этот бренд носит имя замечательного мастера, прекрасного композитора, народного артиста Республики Беларусь Валерия Кирилловича Иванова. Это новое начинание, которое хорошо подготовлено, которое хорошо, прекрасно организовано. Есть важный состязательный момент, соревновательный момент. Ребята борются за право быть лучшими. Организаторы фестиваля-конкурса «Глузский райисполком», сектор культуры и детская школа искусств постарались, чтобы мероприятие прошло интересно и зажигательно, запоминающе. В 2020 году школе было присвоено имя Валерия Кирилловича Иванова. И чтобы увековечить память его, родилась такая идея создать конкурс. И я надеюсь, у нас получилось. Мы в этом году сделали вот первый открытый региональный фестиваль-конкурс, в котором принимало более 150 коллективов в 4 номинациях. На протяжении всего фестиваля работали различные тематические площадки, выставки, продажи, торговые ряды. В программе мастер-классы, конкурсы, игры, экскурсии, концерт и многое другое. Глузская земля очень богата на талантливых людей. Музыканты, художники, поэты. Много людей, которые могут есть и прославлять нашу Глущину. Атмосфера праздника, дружбы, все очень прекрасно, все такие дружные, хорошие, красивые. Очень замечательный фестиваль, мы посмотрели, как танцуют другие коллективы, все просто прелестно, и фестиваль очень веселый и позитивный. Конкурс будет проходить один раз в 2 года. Он призван выявлять и поддерживать талантливых детей и молодежь, повышать уровень исполнительского мастерства, укреплять культурные связи, стимулировать творческие инициативы. Появление такого конкурса имени нашего белорусского композитора – это тренд, это бренд не только этого города, не только области, но, наверное, и всей Беларуси. Хочется пожелать этому конкурсу дальше, выше, вперед развиваться, привлекать все большее количество участников и расширять горизонты. Итог. Победителям и участникам вручены дипломы гран-при, лауреатов, дипломантов, участников фестиваля, специальные призы и подарки. Сегодня ребенок с этого фестиваля, я уверен, что не один получит путевку в творческую жизнь нашей страны. Это очень важно. Виталий Гаврусев, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.